В этом году в Казанский федеральный университет поступило более 10 тысяч иностранных студентов. Ежегодно университет открывает свои двери для учащихся из 35 стран мира. Каждый из них является носителем собственного родного языка, что не должно стать проблемой для получения качественного образования. Профессор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Салихова Ляйля разработала проект, который позволит иностранным студентам без труда получать новые знания. Идея моего проекта, она состоит в том, что... наверное, согласитесь со мной, что в сегодняшнем мире классы, студенческие аудитории, они все лингвистически диверсифицированы. Что это значит? Это что значит, в аудитории или в классе сидят представители различных культур, и для которых родным языком не всегда является язык обучения. И как улучшить эффективность математического образования, используя когнитивный потенциал билингвизма и полилингвизма. Профессор отметила, что человек, владеющий несколькими языками, имеет большие когнитивные преимущества, чем монолингвы. Это, конечно, результат деятельности моей в течение 20 лет, потому что я 20 лет преподаю математику на английском языке в Институте математики и механики. Я выпускница, это моя альма-матер. Но так сложилась судьба, что я долгое время заведовала кафедрой билингвального цифрового образования. И сейчас мы на базе Института филологии и межкультурной коммуникации готовим учителей, в частности, и математики, и информатики на полилингвальной основе для наших полилингвальных школ. Также следует отметить, что Ляйле Салиховой за разработанный проект была присвоена государственная премия Республики Татарстан имени Мирзы Исмаиловича Махмутова. Профессор выразила благодарность Казанскому федеральному университету за предоставленные условия, а также коллегам и студентам, подметив, что это их общая заслуга. Полина Корнеченко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.